Бастовать работники автопарка «Шымкентбас» начали в 6 утра. Водители и кондукторы отказались выходить на линию, пока работодатель не выполнит их условия. За январь у меня вышло 128 тысяч тенге, больше, чем у других. Потому что я на ремонте не простаивал. На эти деньги я должен заплатить кондуктору, купить себе и ему обед. Если билет не предоставил, пассажиру штраф 7 тысяч. Пассажир маску не надел, опять штраф. Ввели систему безналичной оплаты Тулем. Уберите тогда ежедневный план. Как набрать 20 тысяч тенге, если у большинства пассажиров карты? Мы еще автобусы моем за свой счет, по 2 тысячи платим. Грязными на линию не выпускают. Удержали за неоплату по карточке Тулем, удержали за затраченные билеты, и осталось 850 тенге. И что я должна делать на эти деньги? Как кормить детей? В результате вот, что я привезу домой. Кто из руководителей думает о нас? Всем наплевать. Директор управляющей компании «Шымкентбас» считает, что водители специально взимают плату наличными и не выдают билеты, якобы кладут стоимость проезда себе в карман. Заработную плату мы сможем поднять им тогда, когда они будут 100% честно работать. А они честно не работают, понимаете? Мы проверяли, из-за этого им задаем вот сейчас норму, например, да, вот столько-то сегодня должно быть транзакции. Но не выполняется. Вот до сегодняшнего дня не все чеки раздаются. Многие горожане опоздали на работу, им пришлось добираться на такси. Честно сказать, пришлось добираться на такси. Автобусов не было. Сегодня автобусов нет, я прям заждалась. Не знаю, подъедет, нет. Уговорить водителей сесть за руль и выйти на линию пытались чиновники различных уровней. Приехал и аким города. Уважаемые друзья, к вам одна просьба. Вечером поговорим. А сейчас давайте окажем услуги населению. Мы все люди с народа. Я обязательно решу вопрос с вашей зарплатой, но только вечером. Я вам обещаю, в 10 часов вечера я буду стоять здесь. Акима водители послушались и выехали на линию к 11 часам дня. Ежедневно в перевозках пассажиров участвует около 800 автобусов. Сегодня водители 250 из них выехали с опозданием. Бахром Абдуллаев, Жансерик Буранбаев, информационная служба телекомпании ОТРАР.